Привет, друзья! Вы смотрите канал «Анапа Курорт Инфо». Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 30 июля 2019 года. Я нахожусь на центральной площади Анапы, рядом с центральным фонтаном и зданием администрации муниципального образования «Город-курорт Анапа». Сегодня предлагаю пройтись вместе со мной на центральный пляж, посмотреть, как там обстановка. Пойдемте. Сейчас в Анапе второй час дня. Сегодня в Анапе пасмурный день. Всю первую половину дня в Анапе было пасмурно. Сейчас время от времени солнышко проглядывает, но тоже преимущественно пасмурно. Видите, достаточно конкретная облачность на небе. Душновато. Сегодня в Анапе относительно влажность воздуха порядка 70%. И из-за того, что душновато, вследствие жарковато. Хотя я предполагаю, что температура воздуха сегодня в Анапе не очень высокая. Ну и дует слегка ветерок. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает в Анапе переменную облачность с прояснениями. 9 из 10 дней по прогнозу будут облачными. Температура воздуха на ближайшие 10 дней прогнозирует днем от плюс 25 до плюс 28 градусов. То есть это получается начало августа, и по прогнозу температура воздуха днем не будет достигать даже 30 градусов, что вполне умеренные значения для августа месяца, который послезавтра уже наступит. Улица Горького. Пройдемся сейчас по центральной аллее центрального парка развлечений и аттракционов. Ну и могу сказать, то, что вот такая пасмурная погода, которая прогнозируется, и такая температура воздуха, в принципе, они не характерны для конца июля, начала августа в Анапе. Обычно в это время в Анапе солнечные преимущественно дни и жара от плюс 30 до плюс 35 градусов. Похоже, что все-таки происходят глобальные изменения климатические, которые, помимо прочих стран и регионов, затрагивают в том числе и Анапу. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Будет интересно услышать ваше мнение по этому поводу, по поводу глобального потепления, либо похолодания, либо каких-то других изменений. Какие у вас версии? Белая шляпа и небольшая очередь пофотографироваться на белой шляпе. Интересно, сколько сейчас людей на центральном пляже? Хоть и считается, что в умеренно пасмурную погоду загар так же хорошо ложится, как и в солнечную погоду, но, ну да, есть такое мнение. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, люди привыкли загорать, когда солнечно. И
Интересно посмотреть, сколько загорающих именно в такой пасмурный день, как сегодня. Юль, тут... Набережная вдоль центрального пляжа. Наш знаменитый для нас блогер. Итак, зашли на пляж. И что мы здесь видим? Людей много. Достаточно много. Повторюсь, сейчас второй час дня. Ну, из-за того, что пик солнечной активности сегодня приходится на пасмурность, вот, можно во втором часу дня вполне успешно находиться на пляже и даже не под теневыми навесами, не под тентами. Сразу обращаю внимание то, что море возле берега достаточно чистое, водорослей тут по минимуму, и на берегу водорослей нет. Температура воздуха сегодня в Анапе во втором часу дня в районе центрального пляжа около плюс 26 градусов всего. Ну, плюс легкий ветерок южного направления. Температура морской воды возле берега сегодня около плюс 27 градусов. Но вот здесь, в районе выхода на центральный пляж со стороны центральной аллеи центрального парка развлечений и отдыха, вода в море возле берега чистая. Пойдем посмотрим, как там дальше обстоят дела с чистотой морской воды. И вот здесь в море уже постепенно начинает попадаться тина. Ну, скорее всего, обобщенно сразу несколько разновидностей водорослей. Вот видите, прибившиеся водоросли к берегу. Но пока что только местами. Вот здесь такой бережок прикольный стал, на котором можно посидеть. Ты видишь, Гош? Вот такой вот рельеф в этом году на этой части центрального пляжа. И вот дальше. Дальше на пляж, больше водорослей называется. Здесь уже вода в море, возле берега грязноватая.
Ну, я смотрю, сегодня день, конечно, пляжный, но этот пляжный день проходит достаточно спокойно на центральном пляже по такой погоде. Ну вот, смотрите. И опять эти водоросли не убираются. Вот снова водичка в море возле берега почище. Это уже уровень аквапарка. На посту спасателей висит желтый флаг. Он говорит о том, что сегодня купание официально разрешено. Вот мы уже дошли до центра центрального пляжа. Там, где есть выход на центральный пляж с улицы Гребенской. Здесь традиционно людей больше. Плотность людей, размещающихся на пляже, выше. Но вот, несмотря на то, что сегодня пасмурно, люди наслаждаются пляжным отдыхом. Душновато, но не особо жарко. Вот здесь опять водоросли в море. Даже есть небольшой запашок неприятный, перегнивающих водорослей. Но я смотрю, многих факт наличия водорослей не смущает. Ну что, друзья, вот мы с вами посмотрели, какая погода сегодня в Анапе 30 июля 2019 года. Видите, проглядывает солнышко сквозь облачность. Ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками, друзьями. Подписывайтесь на наш канал Анап Курорт Инфо, кто еще не подписан. На нашем канале много интересного. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. Желаю вам почаще улыбаться, ведь от улыбки окружающие вас люди становятся добрее. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из Анапы. Пока!